Привет! В этом видео мы предлагаем вам проверить силу своего ума. Насколько вы сообразительны? Давайте узнаем! Вы увидите серию загадок, часть из них простые, другие с подвохом. За каждый верный ответ вы получите 1 балл. В конце видео вы сможете оценить свои логические способности на основе полученных баллов. Хватайте ручку, бумагу и начинаем! Будьте внимательны! Что путешествует по миру, оставаясь в одном углу? Штамп. Какое слово в словаре пишется неверно? Неверно. Как назвать 3 дня, следующих друг за другом, не используя дни недели? Вчера, сегодня и завтра. Вы живете в одноэтажном доме, полностью сделанном из красного дерева. Какого цвета в нем лестница? В одноэтажном доме нет лестницы. Переставьте буквы так, чтобы получилось одно слово. Что получится? Одно слово. Саша вышел на прогулку, как вдруг начался дождь. У него не было ни зонта, ни плаща, и его одежда промокла. Однако ни один волос на его голове не намок. Как это возможно? Саша лысый. Два отца и два сына отправились на рыбалку и поймали 3 рыбы, однако по одной хватило на всех. Как так вышло? Это были отец, его сын и сын его сына. Всего 3 человека. До того, как был открыт Эверест, какая гора была самой высокой в мире? Эверест. Как называется древнее изобретение, позволяющее видеть сквозь стены, которым мы пользуемся по сей день? Окно. Если вы во время гонки обошли участника, который держался на втором месте, на каком месте вы окажетесь? На втором! Можно ли прибавить 2 к 11 и получить 1? Thank you.
Если прибавить 2 часа к 11, получится 13 – час. Что имеет 6 лиц, 21 глаз, но не может видеть? Игральная кость. Мы выбрасываем оболочку. Готовим внутренности. Затем едим оболочку и выбрасываем внутренности. Что это? Кукуруза. Его создатель продает его. Покупатель им не пользуется. А тот, кто пользуется, не знает об этом. Что это? Гроб. Что мы выбрасываем, когда оно нам нужно, и приносим обратно, когда в нем нет надобности? Якорь. Когда он у вас есть, вам хочется им поделиться, но если поделитесь, то потеряете. Секрет. В каком случае человек мог родиться перед своим отцом и при этом считаться нормальным? Если отец присутствовал при рождении. Человек и собака стоят на разных берегах одной реки. Человек зовет собаку, и та сразу переходит к нему, не намокнув, без моста или лодки. Как она это делает? Река замерзла. Есть мальчик и доктор. Мальчик – сын доктора. Но доктор – не отец мальчика. Кто тогда доктор? Мать мальчика. Вы заперты в комнате с тремя дверями. За одной раскаленная печь. За второй вооруженные люди, готовые в вас стрелять. За третьей львы, годами ничего не евшие. В какую дверь войти, чтобы выжить? В третью. Львы не могут выжить, голодая годами. На озере плавают лилии, и их количество удваивается каждый день. Чтобы покрыть все озеро, лилиям нужно 48 дней. Сколько им понадобится, чтобы покрыть половину озера? Сорок семь дней! Какое колесо не крутится, когда машина поворачивает направо? Thank you.
Запасное. Люди ее покупают для еды, но не едят. Что это? Тарелка. Чем больше из нее забираешь, тем больше она становится. Что это? Яма. Что существует только при свете, но умирает, когда попадает на свет? Тень. Мужчина бреет бороду несколько раз в день, но все равно остается бородат. Кто он? Цирюльник. Кто погибнет? Человек слева на верхней левой платформе и посередине на земле. Сколько земли в яме глубиной 2 метра и шириной 3 метра? Нисколько. Что принадлежит вам, но чем остальные пользуются чаще вас? Ваше имя. Что нельзя положить в кастрюлю? Ее крышку. Что можно взять только левой рукой, а правой никогда? Свою правую руку. В ней полно дырок, но она удерживает воду. Что это? Губка. Как далеко в лес может забежать собака? До середины. Дальше она будет бежать из леса. Что есть у Меркурия, Марса, Юпитера, Венеры и Сатурна? Чего нет у Земли и Нептуна? Буква «Р».
Оно легче перышка, но даже самый сильный человек не удержит его дольше нескольких минут. Что это? Дыхание. Женщина сидит в темной комнате и не видит даже своего носа, но все же читает. Как она это делает? Она слепая и читает шрифт Брайля. Нарисуйте линию. Как сделать ее длиннее, не дорисовывая? Нарисовать рядом линию короче, и первая станет более длинной из двух имеющихся. В скольких месяцах 28 дней? Во всех. Мальчик упал с 10-метровой лестницы, но не ушибся. Как это произошло? Он упал с нижней ступеньки. Чем больше их делаешь, тем больше оставляешь. Что это? Следы. Приговоренный к смертной казни получает один шанс спастись. Охранник говорит: «Если соврешь, тебя застрелят. Если скажешь правду, повесят». Что должен ответить заключенный? Меня застрелят. Врач и водитель автобуса влюблены в одну девушку по имени Сара. Водителю нужно уехать на неделю. Перед отъездом он дает Саре 7 яблок. Зачем? По яблоку в день. И не надо врачей. Что исчезает, как только произносит ее имя? Тишина. Женщина моет окно на 25-м этаже. Вдруг она поскальзывается и падает. Смягчить ее падение нечему, но она выживает. Как ей удалось? Она мыла окна изнутри. Сначала едят его, а потом того, кто его съел. Что это? Рыболовный крючок. Как можно стоять за спиной у своего отца, когда он стоит за спиной у вас?
если вы стоите спина к спине. Женщина услышала стук в дверь своего номера в отеле и открыла ее. Она увидела мужчину, который сказал: «Извините, я думал, это мой номер», и ушел. Женщина тут же вызвала охрану. Почему? Никто не стучится в дверь своего номера в отеле. Женщина увидела на похоронах своей матери мужчину и влюбилась в него с первого взгляда. Она пыталась его найти, но не смогла. Через несколько дней она убила свою сестру. Почему? Она надеялась увидеть этого мужчину на похоронах сестры. Девочке исполнилось 10 лет в прошлый день рождения, а в следующий будет уже 12. Как это возможно? Сегодня ей исполняется 11 лет. Перед вами две двери. За одной гигантская лупа, которая сжигает все, когда сквозь нее светит солнце. За другой – огнедышащий дракон. Которая из них безопасна? Первое. Дождитесь ночи и открывайте. Если три кота ловят трех мышей за 3 минуты, сколько уйдет времени у сотни котов на поимку сотни мышей? Три минуты. У каждого кота уходит 3 минуты на поимку одной мыши. Что можно вскрыть, но нельзя закрыть обратно? Яйцо. В этом году Ване исполняется 17 лет, но вчера ему исполнилось 16. Как это возможно? Ваня родился 31 декабря, а сегодня 1 января. Вы заходите в комнату с кроликом, держащим морковку, свиньей, поедающей помои, и обезьяной, держащей банан. Какое животное самое умное в комнате? Будем надеяться, что вы. Пятница. Артём и Пётр пошли на обед в ресторан. Счёт был оплачен, но ни Артём, ни Пётр ничего не платили. Кто тогда оплатил всё? Их друг Пятница. Как можно уронить сырое яйцо на бетонный пол, не разбив его? Бетонный пол не разобьется, если на него уронить яйцо. Представьте, что вы в темной комнате. Как оттуда выбраться? Перестать представлять ее. Финальный счет. От 0 до 20.
Ваши логические способности оставляют желать лучшего, но не волнуйтесь, вы можете улучшить их, познавая суть вещей и решая загадки вместе с нами в Эдми. От 21 до 40. У вас неплохие способности к решению задач, но еще есть куда расти. Находите ответы к загадкам, решайте больше задач и вскоре будете блистать. От 41 до 57. Вы настоящий мастер загадок, но не останавливайтесь на достигнутом. Век живи, век учись, правда же? Какой у вас счет? Поделитесь в комментариях.